Жителям округа следует остерегаться подделок. Об этом население предупреждают правоохранительные органы. Окружные полицейские выявили двух граждан, прибывших из другого субъекта страны, которые пытались продать жителям округа сувениры в виде старинных серебряных монет. По внешнему виду данные монеты очень похожи с оригинальными, но при внимательном осмотре по весу, по гуртовой насечке, по элементам старения можно определить, что данные монеты являются всего лишь копиями, так называемыми репликой. Рыночная стоимость данных монет очень мала относительно той, которую запрашивают данные граждане. Стражами порядка у данных лиц изъято более 400 монет. В настоящее время по данным фактам проводится проверка.